І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за перебрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Альтернативи Путіну нет. На Русі у простого народа запитали, чи будуть вони голосувати за Путіна на виборах у 2024 році. Тому що я вважаю його сильним лідером. І побед за нами любом буде. Нет альтернатив. При наличии каких-то альтернатив, может быть, и нет. Мне кажется, на текущий момент альтернатив нету. Пока еще не знаю, но, наверное, да. Если менять правительство, не факт, что что-то поменяется в лучшую сторону, а сейчас как бы больше хорошего, чем плохого. Да. Потому что я считаю, что он самая наилучшая кандидатура на данный момент, которая что-то сможет сделать для страны. Да, буду. Потому что меня вполне устраивает наш президент, и я не вижу никакой другой альтернативы. Буду. Я считаю, это очень грамотный, умный человек, который способен выдержать менталитет России, который способен вообще выдержать то, куда Россия идет. Я думаю, что это человек, на которого можно опереться. Мне, как гражданину России. Конечно, буду. Тут даже вопросов нету. Конечно, буду. Обязательно. И только за Путина. И всю жизнь за Путина голосовала и буду голосовать. Это наш президент. Поэтому другой альтернативы на сегодняшний день не вижу. Да. Строится все. Все делается, как бы. Стремимся к лучшему. Однозначно. Замечательный мужчина, управленец, ответственный, и именно с ним наша страна поднялась с колена и выпрямила плечи. Буду. Во-первых, не вижу другого претендента, во-вторых, он наш. Та ваш кремлівський диктатор Путін тепер навіть боїться бактерій. На уроці розмови о важном, на якому сам Путін промивав мозок дітям, школярка розповіла, що мріє відправити бактерії на автодеструкторів на МКС. Але Путіна така ідея не на жарт налякала. Наверное, одно из моих самых значимых событий в жизни – это подтверждение реализации идеи моего эксперимента на борту Международной космической станции. Суть эксперимента заключается в том, чтобы отправить бактерии нефтедеструкторов… Нефтедеструкторов. Те бактерии, которые съедают нефть. А зачем нам съедать нефть? Те, которые разливаются? Да, это для утилизации разливов нефти. И если они там мутируют и станут чуть более эффективными, то, я считаю, это сможет… помочь нам решать экологические проблемы. Алена, я не понял, вы что-то запустили уже, какие-то бактерии? Это готовится к запуску. Готовится. То есть вы хотите запустить какие-то бактерии в космос, они там мутируют, а потом будут съедать нефть. Да, на Земле это будет использоваться эффективно. Они нас не съедят? Не съедят. Ну, слава Богу. Вот это очень важно, чтобы они нас не съели. Вот, потому что если что-то мутирует, так? Нет, я, кстати, не шучу, надо все держать под контролем. В эксперименте есть проверка на патогенность. Угу. Но, тем не менее, основы закладываются в школе. То есть мне очень нравятся предметы математика, физика, химия, биология. Но есть предметы, которые мне не очень нравятся. А у вас очень хотелось бы узнать, какой у вас был самый нелюбимый предмет в школе и чем он пригодился в жизни? Садись, пожалуйста. Во-первых, я желаю тебе успехов в мутировании этих, значит, букашек, да, чтобы они все съели, что нам не нужно, и до нас не добрались. Тим часом на окупованих Росією територіях відбувається справжній цирк. Із урнами там ходять якісь люди у супроводі автоматчиков та змушують людей ставити галочки на якихось папірцях. Зараз мобільні групи обходять избирателей і дозволяють всім проголосувати на дому. Мобильные группы тоже находятся под охраной. Безопасность групп обеспечивается вооруженной охраной. Вооруженная охрана не присутствует при голосовании. Все УИКи наши приехали по времени, все уехали вовремя с военными, комиссии все готовые. Українська влада закликає по можливості ігнорувати псевдовибори на окупованих територіях. А ще на Росії продовжуються практики доносів. Відомий доносчик Віталій Бородін поскаржився до поліції на акторку Лію Ахеджакову після того, як вона нібито вийшла на сцену у Бремені з українським прапором. Тепер Ахеджакову перевіряють за статтею про дискредитацію армії, а Бородін ще й вимагає позбавити актрису всіх нагород. Ось так відносяться у цивілізованому світі до всіх росіян та інших причетних до війни країн.
Нобелівський фонд не запрошуватиме послів РФ, Білорусі та Ірану на вручення премії у Стокгольмі. Їхнє рішення запросити всіх послів на церемонію вручення Нобелівської премії викликало бурхливу реакцію. До того ж, висловились і шведські політики. Зокрема, ті заявили, що не збираються сидіти і піднімати тост за російського посла, поки триває огидна і кривава агресивна війна Путіна в Україні. І коротко про ставлення самих росіян до своїх, так би мовити, героїв. Ветеран СВО скиглить на камеру, що його без зайвих слів попустілі. І ще побажали багато чого цікавого. К сожалению, и мой город не обошла участь, когда ветеранов и участников СВО избивают. Только что за замечание, что человек едет по пешеходной части, на меня набросился водитель на иномарке. Вот, и стал наносить удары. Вот, возмущался, вот, несмотря на то, что он был неправ, то, что он ехал по пешеходной части, вот, угрожал, бил. Вот, слава богу, с лицом все в порядке. Некоторые только засечены на руках. Вот. Самое отвратительное, что из всего этого человек озвучил, это то, что как вы ветераны, и как вы, чтобы вы ветераны все там озвучил этот персонаж. Вот. Категорически неприятно, ребят, категорически неприятно. Вот. Когда такая ездит по нашим городам и говорит о том, что все вы там ветераны на фронте. К сожалению. Вот. Сейчас буду вызывать полицию. Ой, вот так вот на тормозах спускать не собираюсь этому персонажу. Вот. Я думаю, такие люди должны быть наказаны. Як вони не можуть зрозуміти, що у цивільному житті вони нікому не потрібні? Це просто зайвий баласт, який плутається під ногами. Найсмішніше, що пропагандисти в ефірах кажуть, що росіяни должны знать героїв в лицо, і що ті мають нарешті знімати балаклави. Ну а ми й не проти, адже так краще враховувати та вести облік військових злочинців. Я участвував недавно в дуже сильному, дійсно, мероприятии. А вот по ментальным войнам в рамках конференции была такая на базе огромного форума «Армия-2023», и там поднималось огромное количество вопросов, связанных с тем, как воспринимается СВО, как направляется информация вот, в СМИ и прочее. И там задавался один из вопросов, который для меня до сих пор остается необъясненным, по сути дела. Это вопрос о том, что когда мы рассказываем о нынешних героях, герои у нас есть? Есть. Есть. У нас есть отличные пацаны, у нас отличные там женщины, которые участвуют, которые вышли, которые являются на передовой, которые крошат врага, которые совершают просто беспримерные подвиги. А мы продолжаем их показывать в масках. Мы продолжаем показывать их вот с закрытыми лицами, вот, и почему-то считаем, что вот так оно должно быть. Я абсолютно уверен, что определенная категория, категория военнослужащих, они об этом знают, они, вот это прописано в их уставах, что они могут соприкасаться с противником непосредственно там, где важно, чтобы не знали их лица. Да, то есть это важно. Но когда мы не знаем своих героев, когда мы не знаем ребят, которые с открытым забралом идет на этот танк, который ведет свой танк, который обстреливает позиции противника, который абсолютно открыто, вот, идет с криком «Ура!» или вот «Иду на вы», да, то есть мы продолжаем в медиа прятать их лица, то есть я считаю, это абсолютно неверно. И наостанок про жабу гадюкінг на Росії. Там є такий російський генерал Попов. Так от, той поділився подробицями розмови із главою Генштабу РФ Герасимовим. Послухайте. Ми з вами в этом абсолютно похожи. Только правда. Тем более, когда за тобой стоят солдаты, в твоих руках жизни тысяч людей. Я если бы смолодушничал, я потом как бы смотрел в глаза своим солдатам и офицерам. Я бы просто потерял лицо на всю жизнь. И потом никогда бы себе в жизни не простил бы этого малодушия. Я вот так от... Что это 5 в обморок упало в разговоре прямо. Одразу видно, як начальник російського генштаба геть не користується авторитетом у своїх підлеглих. Друзі, ставте лайк. З мене наступний випуск.